мы тоже принесли вам подарки. Так как вы долгое время живете и работаете в Украине, то нам кажется, что вы в душе уже немножко украинец. Ну а какой украинец без традиционной украинской вышиванки? Мы хотим вам ее сегодня подарить. Надо, может, нет? В этом году наша страна отмечала 200 лет со дня рождения известного во всем мире украинского поэта, писателя, художника Тараса Григорьевича Шевченка. Мы хотим вам подарить его знаменитого «Кобзаря». Это книга, которая учит нас всех, как нужно любить свою землю, свой народ, свой язык, как нужно ценить свободу и уметь ее защищать. Это вам от нас, украинцев! Болельщики приняли решение. Мы хотим принять вас в почетные фаны химика. Ну и теперь, в какой бы вы стране ни работали, конечно, лучше бы в Украине. И какую бы команду ни тренировали, конечно, хотелось бы химик. Но вы всегда должны думать, помнить, переживать и болеть за химик. Теперь вы наш химический. Какой день рождения без праздничного пирога? Здесь мы символически изобразили площадку баскетбольную и два флага наших дружественных стран. Этим мы хотели сказать, что самая лучшая в мире игра баскетбол объединяет людей разных национальностей, разговаривающих на разных языках. Это игра, которая стала вашей жизнью и частью нашей жизни. И мы хотим, что бы ни происходило вокруг, пусть эта игра будет всегда, как воздух, как солнце, как небо. Праздник еще украшают шариками воздушными. Но мы принесли... Это шарики необычные. Внутри каждого шарика болельщики написали для вас пожелание. Не понял уже. Вы поняли? Шарики необычные. Пожелание внутри каждого шарика. Для вас от болельщиков. Там и про здоровье, и про семью, и про мир. Все это вы прочтете от всей души. Для вас болельщики писали. Значит, открывать их надо. Большое спасибо вам за ваш труд, за ваше терпение, за то, что вы у нас есть. Еще раз спасибо. Yeah.